Пришла посылка. Всем привет, дорогие друзья! Пришел замечательный заказ для всей семьи от компании Т-декор Ивановский трикотаж. Это уже второй мой заказ с этого сайта. Итак, начинаем обзор. И первое, что вы видите на мне, чудесная туника. Стоит она 680 рублей. Заказала свой 52 размер. Села идеально. Мне нравятся современные вот такие вот формы неровные, что вот все прикрывает. Вот просто чудо. И модно. И вот в самый раз вот эту тунику я буду носить на работу. Классный такой вот синий цвет. Называется меланж. Стопроцентный хлопок. Прям милое дело на работу. Также на мне сейчас находится еще вот брюки, вот такие вот замечательные брюки, тоже я купила их для работы. Единственное, конечно, сочетать, возможно, я буду не с этой туникой, а с какими-то другими блузками. Вот имеется вот такой какой-то поясок, где так уж его завязала, карманы. Что мне нравится, свободная зона в области живота, длина хорошая, ну так вот прям по щиколотку вот так вот получается длина, супер вообще. Трикотаж, нет никаких ни замков, хорошая резинка, классные такие суперские брюки. Кстати говоря, расцветка, если вам видно, в тоненькую такую вот полосочку, белая полосочка, вообще супер. Но такие штуки я, наверное, все-таки отрежу. Брюки недорогие, всего 534 рубля. Суперские брюки вообще, класс. Удобные, нигде ничего не жмет, вообще нисколько не напрягают, прям милое дело. Я для себя поняла последние годы, что для меня самое важное — это удобство и комфорт. Если вот что-то где-то тянет, жмет, чувствуешь себя дискомфортно, начинаешь нервничать, психовать, поэтому я вот с удовольствием ношу ивановский трикотаж, просто супер, и я просто счастлива. Очень мне понравилась вот эта вот футболка, по крайней мере, так она называется. Футболка нарядная, очень женственная. Вот спинка и полочка – это чистый хлопок, но в итоге дышащий материал. Классный. Красиво так смотрится, женственно очень. 636 рублей. Красота. Шикарный рукав вообще. На площадке Т-декор появилась бонусная программа, и теперь каждый клиент сможет получать бонусы, которыми можно оплачивать заказ хоть 100%, либо бонусы можно обменять на подарки. Еще одни брюки Натали, совершенно неглубокий такой кармашек. Такой трикотаж плотный, почти не тянущийся, Классные такие брюки, нарядные. Красный тут пояс, писюльки такие. Стильные, хорошие штаны. Я вообще предпочитаю в одежде почему-то брюки всю жизнь. Мне очень нравятся брючные костюмы. Платье, конечно, юбки ношу, но гораздо-гораздо реже. Предпочитаю все-таки брюки.
Эти брючки стоят 567 рублей. Для старшего сына заказала вот такие вот шикарные, молодежные, красивые брюки. Прям вообще, я представляю, какой он будет модненький у меня и красивенький. Сейчас он у меня студент мой на работе. Брюки называются цифрами 4903 196836, размер 48, черный. Это футтер с лайкрой, двухнитка. 74% хлопок, все остальное синтетика. Это даже хорошо, чтобы меньше вытягивались. Заканчиваются брючки также красной манжетиной. Яркие такие, молодежные, красивые брюки для моего сынульки. Стоят эти брючки 831 рубль. 462 рубля футболка «Давид». Это для Ильи тоже качество трикотажа хорошее, очень плотный, качественный. Вот такая вот отстрочка имеется, голубая. Так вот обработаны швы. Хорошая футболочка, хорошо по нему сядет. Супер просто. Модненькая такая. Это вот бегать ему в институт, на работу и так далее. А попроще футболочка, и цена у нее всего 308 рублей. Вот такая вот футболочка «Максим» серый. Это вот уже ему для домашней носки. Конечно, можно выбежать там в магазин пару раз, а после стирки уже носить дома. Трикотаж вот уже здесь такой более тоненький, но все равно все очень качественно отделано и прошито. Вот, нигде нет никаких ниток. И отличная цена. За 250 рублей всего-навсего для своего мужа подобрала вот такую вот замечательную футболку. Мне нравится цвет. Интересный такой рисунок, не маркая. 250 рублей всего-навсего. Также хорошее качество обработки, отделки. И мне понравилась расцветка. Очень понравилась. Такая вот и будет замечательная футболочка. Ну и для Саши также. Вот для дома заказала ему еще вот такие вот брюки. Хорошая резинка. Мне очень нравится, когда резинка вот так вот отстрочена. Очень нравится. Карманы имеются. Проверим сейчас их на глубину. Ну так, средней глубины. Вот так вот. Нормально. Это Натали. Это Натали. А Натали я очень люблю. И вот у Т-декора очень много одежды от Натали. Качество там просто потрясающее. Штаны заканчиваются также манжетой. Имеется даже вот такой вот небольшой начесик. Уютные такие классные домашние штанишки. Ну, муж у меня дома, поэтому обязательно будет примерчик. Вот такой вот замечательный заказ от Т-декор. Ну и еще чем отличается Т-декор, это тем, что они очень часто кладут подарки в наши заказы. Вот второй раз я получаю платочки и полотенце, чему несказанно рада. В прошлый раз у меня были желтенькие платочки, этот раз какие-то вот розовенькие. Давайте откроем, посмотрим. Очень миленько и приятно получать подарки. Вот такой вот новогоднее полотенце, такое замечательное, яркое. И платочки. Замечательные платочки, розовенькие. Три штуки. А как тебе маечку, которую я тебе подобрала? Тебе так идет вообще? Я ж не понял, ты только одела сразу. Как тебе маечка? Ты ничего. В принципе, нормально. Комфортно. Цвет тебе идет. Да, вот это только отрежу. Обязательно, да. Все отрежу. Все обрежу, отрежу. Ну, вот такой у меня красавец-мужчина. Ну да. Замечательный. В принципе, ништяк. Да очень мне хорошо. Нравится. Ты вот подними маечку, штанишки посмотрим. Ну, Саш, ну не пузо свое красивое, втяни пузо. Ну, вот резиночка хорошо прям. Нормально. Вот. Моя ты красота. Моя ты красота. И Муська тут пришла попозировать.
она любит это дело. Угу. Она никого не любит, а как начнется, сразу лезет. Ну, да. Как будто прям такая вся себя. Очень хорошо, прям я довольна. Ну окей. У меня гарный хлопчик. Вот что я хочу отметить. А хочу отметить то, что много вещей от компании «Т-декор» приходит от фирмы «Натали». Очень хорошего качества шьет одежда именно «Натали». Это вот как раз вот мои брючки. Вот так вот они внутри сделаны. Это вот вторые брюки. Тоже «Натали». Ну вот и Саши брюки, которые я заказала, тоже фирма «Натали». Хорошо на нем сидят, как вы успели заметить. Вот Илюхины брюки вот это какая-то другая фирма «Берчелли». «Берчелли». Тоже качество очень хорошее, ничуть не уступает «Натали». Прям просто потрясающие, красивые, нарядные брючки. Но это еще не все. Для Ванюшки заказала вот такой вот комплект постельного белья. Это 3D. Такая вот шикарная подарочная упаковка. Классный такой комплект. Мягенький, приятный, вообще супер. С такими ангелочками, однозубыми. Ой, ребенок будет доволен. Очень приятный комплект. Это вот такой пододеяльник. Одна сторона пододеяльника такая, а вторая сторона пододеяльника как простыня и наволочки. Шикарный комплект, просто супер вообще. Такой мальчиковый, уютный, класс. Этот полутораспальный комплект из поплина стоит 1200. Ссылочку обязательно оставлю, кому интересно, проходите, смотрите. Дорогие друзья, на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока.